туристические поездки, сертификаты на обучение и много других призов. В Ярославле уполномоченные по правам ребенка и местное отделение «Единой России» представили новый конкурс. Поучаствовать в фестивале предлагают семьям, где детей воспитывает только один родитель. Прием заявок на участие в проекте «Крепкая семья» стартует уже 16 апреля. На первом этапе нужно прислать эссе о своей семье, где стоит рассказать о своих победах как творческих, спортивных, интеллектуальных, так и внутренних. Во время второго тура пригласят на кулинарный конкурс, а уже летом, во время третьего этапа, жюри познакомится со всеми членами семьи. Более подробная информация будет размещена на сайте уполномоченного по правам ребенка. Это благотворительный проект. Мы приглашаем все семьи, где только один родитель. И вот для меня лично те семьи, где есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья, просто обязаны участвовать, потому что это же благотворить, значит, здесь не будет победителей, здесь все победят, здесь все получат какие-то призы и подарки. У нас 18 тысяч неполных семей, то есть в семье, где один родитель. И там воспитывается 27 тысяч детей. Поэтому охват и актуальность этого конкурса, да, конечно, должен ребенок расти в полной семье, в семье и в полной семье. Но если так случилось, конечно, этим семьям надо помочь. И большое спасибо за инициативу,